Люди говорят, что их жизнь не устраивает, и часто люди говорят, и что забавно, в 30 говорят, мне уже поздно что-то менять, потом они в 40 говорят, что им поздно что-то менять, потом они в 50 говорят, что им поздно менять, потом в 60 им поздно. Значит, есть вот эта возрастная история, когда нам кажется, что есть какой-то возраст, до которого что-то возможно, а после которого что-то невозможно. И когда у человека эта идея возраста в голове есть, то, конечно, рассчитывать на то, что он почувствует в себе силы к изменениям, невелика. Действительно, в обществе есть куча всяких разных предрассудков. Значит, предрассудков, связанных со временем, когда нужно вступить в брак. Предрассудков, связанных, к какому возрасту нужно чего-то добиться. Предрассудков, связанных с тем, что, например, зрелые люди, они вот эти бумеры, и типа им к земле пора привыкать. То есть существует много факторов, которые объективно влияют на наше восприятие ситуации. Самое главное понимать, что мы считаем свое нынешнее состояние как бы каким-то финальным, и вот как будто бы конец. Но правда состоит, что жизнь всегда продолжается. Никогда не думайте, что возраст является препятствием.